Модный дом Луи Виттон приобрел один из самых крупных в мире алмазов. Его масса 1758 карат. Темный алмаз, который весит около 352 граммов, был добыт канадской горнодобывающей компанией в Ботсване весной прошлого года. Его стоимость около 50 миллионов долларов. Покупка позволит французскому модному дому усилить позиции на рынке ювелирной продукции класса люкс.